Приветствую на моем канале. Сегодня мы с вами готовим гренки с рыбой, яйцом и зеленью. Готовятся быстро, просто и получается вкусно. Нам понадобится хлеб или батон. Можно использовать черный или белый. Я буду использовать вот такой батон серый с отрубями. Рыбная консерва у меня скумбрия. Можно использовать любую консерву. Отварное яйцо. Репчатый лук, вот такой небольшой кусочек. Можно вместо репчатого лука взять свежий лук. Зелень, у меня петрушка, можно использовать укроп или зеленый лук. Это уже на ваше усмотрение и на ваш вкус. И майонез. Гренки я приготовлю в тостере. Можно гренки приготовить на сухой сковородке. Достаем рыбу с консервы и вилочкой разминаем. Яйцо и лук нарезаем очень мелко кубиками. Добавляем майонез, добавим вот таких 2 столовых ложки с горкой большой. Размешиваем. И добавлю еще с рыбы масло, 1 столовую ложку. Масло с консервы добавляю для того, чтобы не сильно была сухая начинка, чтобы она немножечко такая была влажноватая. Достаточно 1 ложки. Если вы видите, что у вас суховатая еще начинка, можно еще добавить 1 ложку. А теперь можно начинку попробовать на вкус. Можно добавить черного молотого перца, но это уже на ваш вкус. Подсушенный в тостере хлеб или на сковородке намазываем обильно начинкой. Начинки хватает на 10-12 бутербродов. Можно сразу все гренки не намазывать. Начинку переложить в лоток и поставить в холодильник. Я вас угощаю, мои дорогие. Заходите в гости еще. Я вам буду очень-очень рада. Всем пока-пока!